Так, ребята, всем привет! Вот с Андрюхой доделали эту дорожку беговую. Значит, смотрите, как она устроена. Очень просто. Ну, это такая из недорогих, поняли? Я когда-то купил ее. Вот тут была залитая плата, вот это управление, драйвер движка. И драйвер вот этого LGBT-транзистора. Какого LGBT? LGBT. Вот. И оно было, помните, залито все. Я там в конце этого видео... Это техническое видео, поняли? Просто тут людям схему. Вот это роются люди в интернете, и всем лень вот это расковырять. Вот, расковырял вам. Вечно ждут вот это, пока я сделаю все. Блин. Скажи, а ты хотел на всем готовом, да? Ну вот, пришлось самому все расковырять. Короче, победили, сделали. Значит, здесь, смотрите, сделал шнурок такой. Там прямо в трубе, в этой беговой дорожке, кабель просунут. И чтобы его не дергать, ну вот, сделал такой переходник, имитатор вот этого кабеля. Вот, можно всю дорожку домой не тащить. Поняли? Для ремонта, если вы занимаетесь ремонтом. Ну вот, смотрите. Значит, это техническое видео, поняли? В конце будут просто фотографии. Может быть, некоторые озвучу. То есть, плата управления. Здесь был сгорел, ЛМ-ка была сгоревшая. Ой, какая, где она? Вот она. Микросхема. Не было управления. Я так подозреваю, это мне Серега, да, прислал из Харькова, по-моему, дорожку эту беговую. Поломанную, ну недорого тогда продал еще до всех этих событий, блин. Приехала эта дорожка к нам. Когда у меня инфаркт был, мне сказали врачи, ж бегать надо. По улице неохота бегать, там собаки за тобой за пятки хватают вот так. Поэтому вот купил поломанную дорожку, сделали ее наконец-то. Вот, значит, смотрите. Как дома их ремонтировать? Движок откидываете, кидаете обычную лампочку. 220 вольт, обычная лампа. Здесь выходит постоянка. У нас это беговая дорожка. Двигатель стоит здесь постоянный. Ну, есть разные. Есть переменные. То есть обычный щеточный движок мощный. Покажем потом. Здесь один транзистор вот управляет. Видно, да? Блок питания вот это собран. Плата управления. Этим транзистором. Он управляет движком. И все, ребята. Вот 220 вольт пришло. Вот это вся дорожка. Ну, давайте запустим старт. 1, 2, 1. Пуск! Пошло. Видите? Обороты. 0,8 скорость. Может вот так выключить, да, Андрюх? Так лучше? Да. 0,8, видите? Начинаем скорость повышать. Ну, тут программы всевозможные. Я, кстати, ей пользовался. Но мы ж... Я вам показывал где-то в предыдущих видео. С Китая заказал полностью плату управления. Сейчас покажу. Конечно, там все классно работает. Но мне же хотелось именно вот этот компьютер запустить. Именно вот родное. Но я вот, знаете, есть люди, которые любят в игры, да, в азартно играть. А я люблю что-нибудь отремонтировать. И даже иногда потом выкидываю то, что отремонтировал. Но сам факт вот того, что вы добились, сделали. Ну, то есть, поняли, да? Больше скорость, больше шин идет на движок. Движок больше крутится. Поняли? Давайте, стоп. Вот она медленно начнет останавливаться, не резко. То есть все работает, все понятно с этим. Самое главное, ребята, здесь показать людям. У многих такие беговые дорожки остались. Немножко разных моделей там. Но у всех... практически старых вот этих дорожках шла вот такая драйвер, вот такой. То есть здесь нет никакого микроконтроллера. Здесь вот микроконтроллер есть, только на дает программу. То есть там выходит от 0 до 5 вольт, и этим мы управляем платой управления, а уже она, этот драйвер, управляет движком. Поняли? Здесь было, смотрите, стертые все микросхемы. Было все залито белым каким-то пластиком. Я это все нагревал. Вон там даже видно еще под микрухой. Видите, такое белое вот это все. Оно крепенькое такое. Нагревал феном воздушным. Потом потихоньку все выковыривал. И, блин, повыковыривал вместе с этим, скажите, с белым этим. Все стабилитроны накрылись, идиот. Вот это вот видите в стекле? Это уже новые стабилитроны вот. Поняли? Так что если вот придется расковыривать кому-то такую плату, то попрощайтесь сразу со стабилитронами. Они рассыпаются. Ну, повставлял здесь их
на 3 вольта, на 5 вольт методом тыка. Там потом в схеме все покажу, какие надо. То есть вот сейчас все прекрасно работает. Вот здесь, в общем-то, был сгорел вот этот транзистор был накрытый, и все. И вот эта вся плата можно было восстановить, просто расковырять вот в этом месте, вот от разъема справа. Заменить вот этот транзистор, и все. И у вас дорожка запустилась бы. Но мне ради того, чтобы понять, что это за схема, пришлось все расковырять. Естественно, в интернете до сих пор нету ничего про это. Вот. Вот это я сделал микросхемку на панельке. И это, ребята, оказалось TL494. Это та микросхема, что мы с вами делали лабораторные блоки питания. Представляете? Вот она и дает вот этот шим на этот транзистор. Вот такое раньше было, древнее вот это все. Поняли? Ну и здесь две, по-моему, ЛМ-ки. Там в конце, короче, видео фотки все вам предоставлю. Вот. И название этих трех микросхем. Обычные микроухи, блин, копеечные. Транзисторы копеечные. И вот представьте, эта плата в Китае стоила там бешеных денег. По-моему, их даже сейчас и не продают. А ее отремонтировать, как два пальца. Об асфальт, да? Так говорят. Поняли? Короче, вот это все прикрепим сзади. Значит, что я еще сделал? Сделал на разъеме. Тут была припаяна она. Поняли? Вот. Ну, мы сделали из разъемов. Два разъема было разных. Ну, прикрепили. Короче, тут напаяли один. Тут два этих штырька. Да и все. Поняли? Тут все было целая силовая часть. Я так понял, там дедушка один пытался отремонтировать его, вот эту хрень, в Харькове. И он здесь коротнул что-то. На разъеме коротнул, и сгорела микросхема здесь, выходная ЛМ-ка. Вот и все. Поняли? А тут надо было всего лишь вот этот транзистор. Но откуда он знал, как бы он там все это заменил? Поняли? Ну, в общем, такое короткое видео. Сейчас покажу вам саму дорожку. Вот она. Иди сюда. Саму дорожку. Вот РБК, да? Вот такая. Неплохая. Качество, конечно, обалденно. У нее металл настоящий, блин. Смотрите, какой металл вообще мощный. Просто нам понравилось. Ну, вот коробочка была разбитая. Вот, а что это мы тряпку сюда запихали? Зачем, не знаю. Делать нечего было. Вот такая. Видите? Такая дорожка. Вот сюда этот компьютер ставится. Вот разъемы эти. Все, видите, они просунуты там. И чтобы это не дергать постоянно, кусок провода сделал. Поняли? Ну, двигатель. Все рабочее, все прекрасно работает. Поняли? Ну, в принципе, больше не о чем тут снимать. А то уже собираюсь вам год целый это видео выложить. Самое главное, я говорю, вот эти фотографии схем. А вот же вот это, да, отодвинь. Не, где-то еще. А ну выключи. Так, а где цепляет? Андрюха, ну посмотри. Что-то я не вижу. А, там, да? А не, где ремень? Да вот, провод цеплял. Ну вот, все, так и есть. Это ж щеточный двигатель. Все, ребята, вот такая вот беговая дорожка. Так, это что, самые маленькие обороты? Это я так буду бежать быстро. Ай, 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 ай. Не, нормально. Порядок. Ну все. Вот такая вот байда. Тут если раз резко все у вас остановился, ключик вот такой сделали. Был утерян. Оп. Включили. Старт. Ладно, ребята, все. Сейчас. Теперь долгий монтаж предстоит. Блин, хорошее качество с плохими качествами фотографий слепить. Еще там кусочки видео. Короче, дурдом. Ладно, все.
Вот это U12 я менял тендер. Да, это LMK 324. Ну и то. Говорю, она так просто не сгорает. Это просто дедушка, видно, нечаянно коротнул. Это пара. Это LM358 10. Но она тут ни при чем. Она тут ни при чем. Так. Наврал я. Ребята, наврал. Да вот же разъем выходной. Вот же он. CN1. Вот тут был сгоревший резистор на столом. Был SMD, я припаял большой. Вот. И вот эта микросхема. А она у нас, тоже целый год ремонтировал, все позабывал. LM358. Вот ее я менял. Она как раз и выход и дает сюда. На вот этот резистор 100 умный. И пошло на управление, на ту маленькую платку. Вот как дело было.